Привет, друзья! Очередная посылка из Китая. Ну, точнее, это не из Китая, а с AliExpress. Но производство вроде бы как Россия, а может Китай, просто с российским логотипом. Вот такой вот органайзер большой. Слушайте, устал я болтики хранить вот непонятно где во всяких таких коробках. И всякую разную мелочевку вам приходится хранить, у меня там лежит. Что заказал такой органайзер? Что-то там 500 рублей. Плюс-минус доставка. Короче, ссылку оставлю в описании, сами смотрите. Значит, внутри можно, ну, соответственно, вынимать ячейку. Ну, для того, чтобы, допустим, объединить. Ну, сейчас вот насыпем болтов. Так, друзья, вот с этой упаковки здесь 500 шурупов. Вот такого размера. Тоже заказывал в Китае. Тоже оставлю в описании. Ну вот они в две вместились, то есть в одну можно запросто насыпать, получается, 250 шурупов, ну, примерно такого размера. Понятно, что шурупа больше, то надо будет насыпать больше. Дальше закрываем, ну и пользуемся. Такой вот органайзерик для всякой мелочевки, почему нет. Ссылка на товар в описании. А мелочевки просто жесть. Вот это разобрать, вот эти всякие, вот они у меня тут лежат, вы видите как. Ну, конечно же, пришло время обзавестись такой вот интересной штукой. Всем спасибо, всем пока.